Интересный комментарий от зрителя. Он спрашивает, в каких случаях не допустят к ОГЭ? Давайте лучше расскажу, в каких случаях допустят к ОГЭ. Итак, к ГЕ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, если возникла такая ситуация, что вы обучаетесь по индивидуальному учебному плану. Значит, по всем предметам учебного плана за 9 класс должны стоять оценки не ниже удовлетворительных, а также должен стоять зачет за итоговое собеседование по русскому языку. Если у вас не так, то вполне возможно, что вас могут не допустить к ОГЭ. Для этого нужно правильно взвесить ситуацию и, соответственно, исправить все эти недочеты и успешно готовиться к этому процессу. Если вам нужна персональная консультация, вы можете за ней обратиться, ссылочка будет внизу в описании к этому видео. Желаем успешной сдачи к ОГЭ, все у вас получится.